Я рад всех приветствовать, Blender 2.79, и давайте в этом ролике разберемся, как сделать счетчик патронов для игры. Погнали. Выглядеть он будет вот так вот. Сейчас покажу. Вот такая вот игра. Жмем теперь P английскую. И вот вы видите, что в углу именно количество патронов. И вот когда мы стреляем левой кнопкой мыши, вы видите, что патроны уменьшаются. И когда они доходят до ноля, все, Гамми помер. Стрелять больше нечем. Вот такую штуку давайте сделаем. Сделал я новый танк. Вот такой вот, с одним стволом. Ноль на нампаде, все это камера настроена сверху. Вот так все выглядит. И теперь нужно именно добавить этот счетчик. Первое, что нужно сделать, выбираем правой кнопкой мыши пустышку. Вытягиваем вот это вот боковое окошко. Вот здесь. И надо добавить... Так, сейчас я переключусь на русский язык. С иностранным у меня тоже не ахти. Преференции, система, и поставить нужно внизу здесь вот видимость вот этих вот перевода. Добавим игровое свойство именно от пустышки. И переименуем, напишем патрон. Enter. Здесь вот число, целое число поставим. И поставим количество патронов 30. Enter. Вот такая вот боковая панель. Продолжаем. Следом нужно добавить именно вот этому нашему патрону количество патронов. И когда он будет стрелять, именно до ноля он достреливает. И потом уже все, game over. Значит, что делаем? Выбирается опять же пустышка. И добавляем вот здесь в актуаторе именно свойства. Вот получается вот такая вот, вот такое вот окошко сбоку. Здесь присвоить ставим добавить. А здесь вот свойства ставим именно вот этот вот игровое свойство патрон. Здесь вот внизу пишем минус 1, Enter. Вот такая получается простая штука. И соединяем вот от верхней к нижней. Вот сюда вот. Вот теперь у нас есть, на один патрон будет уменьшаться при стрельбе. И нужно вот здесь вот поставить, так, добавить в сектор вот этот. В секторе нужно поставить именно 0. Тоже добавляем и добавляем, находим опять же свойства. Здесь вверху, сейчас я приближу, вот так, здесь ставим больше чем, если больше ноля, то он будет стрелять. В свойствах ставим опять патрон и ставим значение вот здесь вот 0, Enter. И тоже это все связываем. Ну давайте проверим теперь. Ставим английскую, включаем игру и вот стреляем. Все, патроны закончились, патронов нет. Теперь жмем Escape, и нужно сделать вот именно счетчик вот этих патронов. Здесь уже мы заходим, именно создаем сцену. Ну погнали поэтапно. Нажимаем вот здесь вот сцена. Вот у нас пока одна сцена тут находится. Можно теперь добавить именно новая сцена. И переключившись сначала на первую сцену, выбираем камеру. Вот она у меня вверху здесь. Нажимаем правой кнопкой мыши на нее, жмем Ctrl-T. Заходим в сцену номер 2 и жмем Ctrl-V. Вот теперь 0 на нампаде. Вот так все включено. Здесь можно ее тоже теперь отрегулировать именно вот по этому кубу. Ставим
512, Enter, на 512, Enter. Вот теперь у нас вот камера выглядит вот так. Нужно теперь добавить именно сюда текст. 0 на нампаде. Жмем Shift-A и находим текст. Вот здесь уже он появился. Заходим теперь в режим правки. Разворачиваем и печатаем именно, сейчас ближе опять же подведу, чтобы вы все видели. Вот получилась полоса. Теперь Backspace все это удаляем и пишем 30. Следом, что нужно сделать? Заходим в режим объекта. И все это дело нужно установить на тот угол, где все это будет правильно выглядеть. Жмем R. Перекручиваем. Ну, даже танк, если с этой стороны будет, то тогда, наверное, давайте вот в этот угол переместим. Вот так. И поставим S побольше, чтобы его было видно. Близко к углу не надо, где-то вот в таком духе. Вот, теперь у нас есть 30 патронов. Здесь будет танк. Заходим теперь в первую сцену. Так, заходим во вторую сцену. И нужно теперь вот правой кнопкой мыши выбираем вот это число 30. Нужно ее поднастроить. Здесь вот появилось добавить игровое текстовое сообщение, свойство. Здесь вот стоит строка, здесь мы ставим целое число. Так, все, теперь нужно добавить вот в сектор это сообщение. Он должен сообщить вот сюда вот в актуатор именно свойство. Здесь ставим именно добавить. В свойствах. Здесь свойства ставим опять же текст. Выбираем вот этот текст. И пишем значение минус 1. Минус 1. Enter. Здесь, соединив вот так вот их, здесь ставим в сообщениях, что он должен прислать сообщение минус. Ставим минус, Enter. Минус это на нампаде. Под правой рукой. Так, ну, в принципе, все здесь установлено. Идем дальше. Переключаемся на первую сцену. И нужно теперь добавить, так, вот этой нашей пустышки. Правой кнопкой мыши выбираем на танке пустышку. Нужно добавить именно сообщение, что делать. Вот сюда вот, в актуаторы. Так, актуатор, добавляем сообщение. И посмотрим, что тут. Вот сообщение. Ставим здесь именно текст. Здесь ставим тема. Здесь вот тему поставим минус. Enter. И нужно все это дело теперь соединить. Так, вот так вот соединяем. Теперь нужно вот эту вот первую сцену объединить именно со второй вот этой сценой. Так, добавляем теперь вот в эту нашу первую сцену именно пустышку Shift-A. Находим пустышка оси. И где-то ее вот так вот повыше поставим. Теперь нужно эту пустышку настроить. Здесь вот в актуаторе ставим сцена. Так, вот приближу и добавляем, добавить перекрывающую сцену вот эту вот. Здесь ставим опять же сцена номер 2. Можно их переименовывать, чтобы не путаться. Вот одна у меня по-русски написана, одна по-английски. И вот сюда добавить сектор, добавляем всегда. Вот так, always этот добавляем. Ну и смотрим теперь, что получится. Нажимаем игру P. Так, P, игра.
И не получается. Значит, что-то не подключено. Сейчас будем искать. Так, теперь в чем проблема? Нажимаем 0 на нампаде. Нужно выйти на камеру. Я на нее не вышел. И теперь... Так, жмем пи английскую. И вот вы видите, что появился счетчик 30. Нужно его еще подгадать, подрегулировать, увести в бок правильно. Но вот когда левая кнопка мыши стреляет, то вот получается уменьшаются патроны. И все, game over. Также танк пустой ездит. Вот такая штукенция. Так, эски. Сейчас я поближе придвину там. Shift, зажатое колесико, 0 на нампаде, вот так. И теперь P нажимаем, так, перебор, нажимаем P, Escape, Shift, еще ниже увести. Вот это окошко можно уменьшить вот так. И попробовать вот так вот, P. Вот теперь можно играться. Едем. Врагов находим. Валим всех. Стреляем. Подъезжаем к штабу, допустим. И последние 3 патрона в душу. Ну вот такой ролик. Такая информация взята с канала «Вектор времени». Автор Иван. Зайдите, посмотрите. Все, всем пока, до свидания.